Картины, на самом деле, бесполезная штука с точки зрения вещи, если на это смотреть как на вещь, но очень полезная с точки зрения духовной, душевной какой-то пищи. Создают эту пищу на творческой кухне и взрослые, и дети. Шеф-повар, основатель арт-класса Елена Любименко. Она художник. Правда, называть себя профессионалом не могла долго. Не потому, что я плохо рисовала. Мне казалось, что это должно быть еще особенное, еще лучше, там, чтобы я могла так вот себя назвать. Сейчас Елена берет кисточку нечасто, но продолжает творить. Она объединила уфимцев и помогает им раскрыть себя. Говорит, это важнее. Очень давно, очень мечтала научиться рисовать, но поскольку и дочка росла, и больше, чем домик с трубой, нарисовать не могла. Вот. Но мечта такая была, и однажды так сложилось. Я встретилась с арт-классом Елены Любименко. И волшебным образом здесь таланты раскрываются у всех. Нельзя сказать, что уж научилась рисовать, но у меня уже было две персональные выставки. Для выставки Лилия нарисовала картину, на которой бабушки и дедушки катаются с горки. Художница считает, пенсия – лучшее время для того, чтобы жить в удовольствии и заниматься саморазвитием. Сюда люди бегут, как пчелы на мед. Здесь раскрываются таланты людей. Мы отрываемся от семьи, от детей, от внуков. Мы принадлежим только себе и искусству. За 10 лет существования арт-класса прошло более 40 выставок. Половина – персональные. Их уфимцы могут увидеть в торговых центрах, в театрах и галереях города. Сейчас Елена со своими учениками проводит праздники, участвует в благотворительных акциях. А когда-то просто хотела оказывать первую помощь – научить рисовать за 36 часов всех желающих. Но постепенно арт-класс превратился в целое сообщество творческих людей. Мы семья, большая, огромная семья, дружная семья. Чувствую себя здесь прекрасно, как дома. Когда берешь кисточку в руки, начинаешь рисовать, все уходит на какой-то 10-й, 15-й, 25-й план, и ты просто релаксируешь. Останавливается бег времени, когда твоя жизнь, которая в основном состоит из списков, дел, вдруг немножечко здесь превращается в что-то, в маленькое счастье. Люди удивительные собираются здесь. Когда мы выходим в город, как-то люди все ходят обычные, мне кажется, даже не так много улыбаются. У нас здесь все веселые, счастливые. Мы здесь пьем чай в перерывах и общаемся между собой. Это, можно сказать, некий даже клуб по интересам, и все стремимся сюда всегда, потому что здесь нам всем очень-очень хорошо. И они делятся своим творчеством с близкими, дарят не просто картины, энергию, которая в них собрана. Алина Таюпова, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.